Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юнец. 29 августа 2017 года, вторник. Я продолжаю свой видеообзор по волнам Эллиота ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре все идет по плану. Мы достигли цель 1.2 и пошли еще выше, как в принципе предполагалось. И сейчас у меня еще одна покупка открыта. Она находится на безубытке, и я ожидаю достижения уровня 1.2156. После этого, мне кажется, может произойти коррекция. По фунту тоже идем вверх, тоже идем к намеченному уровню 1.3, ожидая, когда он исполнится, после этого тоже может пойти коррекционное движение вниз. По австралийцу отложку на покупку передвинул ниже. Не знаю, насколько это оправдано, потому что мы знаем, что австралиец ночной мотылек, поэтому, может быть, стоит обратно передвинуть эту отложку на уровне 0.8 и просто дождаться наступления ночи. По новозеландцу мы идем вверх. Несмотря на то, что была коррекция вниз ночью, я тут ставлю маленький стоп. Сейчас покупка она на безубытке, я ожидаю взять ее уровня не меньше, не больше, как 0.74. Для начала пробитие уровня 0.73.5. По японской иене двигаемся вниз. Уже других вариантов нету. Двигаемся вниз, ожидаю пробой уровня 107.5 и движение к уровню 106. По канадцу тоже двигаемся вниз. Привяжу на безубыток свою продажу, ожидая взять уровни 1.24, 1.23, 1.22, может быть даже и ниже. У франку также идем вниз, но понимаете, вот тут может быть отбой. Перекрывать поставить вот на этом уровне. Он уже здесь, на этом уровне. А он есть. Потому что может быть отбой вот с этой линии. Нужно здесь тоже держать руку на пульсе. По евро к фунту вот тоже вот сильное движение вверх, и неизвестно, с текущей начнется коррекция в четвертой волне, либо продолжится движение вверх. Тут, кстати, все коррелирует с основной валютной парой и с фунтом, но нужно дожидаться, лучше здесь дожидаться на заборе, вне рынка. По фунту иене пока ситуация не разрешенная, пока тут ничего не могу ни добавить, ни убавить. Ждем дополнительных данных. По фунту франку идем вниз. Перевожу свою продажу на безубыток. И ожидаю взять уровни 1.22. По евро к японской иене мы двигаемся вверх. Я попытался завести покупки. Выставил на безубыток. И она закрылась потом, эта сделка. И сейчас просто ограничился байстопом на уровне 131. И по евро к франку ожидаю пробой уровня 1.14.5 и движение к уровням 1.15 и 1.16. На этом у меня все, дамы и господа. Очень довольно-таки благотворная среда для торговли. Поэтому хороших вам профитов, тощих лосей и попутного тренда. До скорой встречи в эфире. Пока-пока.